Народ, привет всем. Короче, с каждым днем все хуже и хуже. Санкции, в общем, давят Америку, просто капец. В общем, пересел я уже на Меркурий. Что будет дальше, не знаю. Купил вот такой за 3 штуки пробега. Вообще нету, тут 90 тысяч пробега всего на нем. Классно, что лампочки никакие не горят. Мужик продал 0,5 бака бензина. Шикарный вариант просто. Приехал на разборку. В общем, надо срочным образом. Тут, в общем, купили субарик один. Надо запчасти поискать на субарик. Здесь такая разборка, короче, пускают заезжать сюда на своей машине. Блин, как она плавно плывет. Я просто в шоке, народ. Просто корабль космический. Все машины нынешние, какие есть, они вообще отдыхают просто. Просто отдыхают по сравнению с этой машиной. Смотрите. Вот эти кнопочки. Даже не скажешь, что в этой машине 90 тысяч пробега. Она просто чистейшая. Идеальная. Здесь магнитофон даже, смотрите. Есть печка работает. Посмотрите, ковролин. Какой? Ковролин ставили на Меркуриях. Сейчас такой ковролин с такой глубокой, то есть высокой шерстью, ставят только на Роллс-Ройсы. А это на Меркурии ставили. Пепельницу даже еще никто не юзал. Не пользовал, в смысле. Просто чистейшая машинка. Здесь зарядка есть. Ручка. Вот такая, дергаешь, дверь открываешь. Сидушки чистейшие. Здесь сыпется что-то, правда, с вот этой обшивки. И вот так это все сзади выглядит. Сейчас вам покажу эту машину. В общем, ну мы субарики приехали смотреть. Сейчас выйдем, субарики посмотрим. Здесь кнопочки, вот смотрите. Руль, правда, перешить надо, он такой грязный весь. Вот. Руль работает, сигнал работает, в смысле. Так, субариков здесь нету. Не вижу. Так, что тут есть? Маздочки есть у них. Сказали, что субарики где-то здесь. О, вот это поплёпа, дверь не закрыл. Зеркало, смотрите, какое. Хром. Ну, сейчас реально не делают так машины. Так, как делали раньше. Резинки пересохлись уже. От старости. И видите, как он тык-тык-тык делает вот так вниз, когда идет. Вверх четко, а вниз. А ну-ка это. А с этой стороны четко. Без звука. А ну-ка, здесь работают колонки хоть? Типа да. Типа работают. Только я еще не разобрался, как радио включать. Вот это популярные машины. Очень были когда-то. Так. Где наши субарики? Вот люди, видите, что-то снимают с машины. Пришли со своими инструментами. И снимают какие-то запчасти, которые им нужны. На машины. На их машину, вернее. Так, тут инфиники. Инфинити. Ряд целых стоит. Так. Где же наши субарики?
Вот субарики, только тут они что-то все старые субарики. Нам надо свежие, новые. 18-го года. Здесь лексусы. Так, тут уже посвежее. Вроде бы пошли, но все равно старые фары, смотрите, запотевшие. Походу он топляк был. Грязный, видите, внутри. Так, еще покажу вам сейчас ручки переключателя. Смотрите внимательно. Смотрите, какие они хромовые. Даже работает, смотрите, брызгалка работает. Ничего себе. Ключики вот такие. Восемьдесят девятого года этот Меркурий, народ, четвертый месяц. В общем, это мне было 7 лет. 7 лет было, как его создали. Интересно, вот эта пленка, она уже не отдельно добавляли ее, или это автосалон делал пленку вот эту? Вот так, видите, как она криво сделана. Ковролинчик есть такой. Кнопки даже есть, смотрите. Очень редкая машина, таких машин больше нету, народ. Смотрите, вверх поднимается, получается вот так вот. А ну-ка, и еще вверх поднимается. Так. А это полностью вниз садится. Прикольно. Интересно, а это походу спинка, а не сверх. А, еще вот так делает даже, смотрите. Вот так. Ну, салон реально не зачуханный. Вот эту он повесил для того, чтобы сохранить вот этот материал. Кстати, смотрите, пахнючка тоже с 89-го года. Таких сейчас у нас нету. О, давай дернем капот, посмотрим, что там под капотом. Здесь тоже никто не курил, походу, ни разу. Так, или что это за штука? Она еще в солидоле. Представляете, для пассажира тоже. А, вот так делаешь, потом она открывается, понял. Вот так, раз. Вот эта штука двигается так, туда-сюда. Сидушка. Вот тут, видите, грязь. Эта грязь получается из-под низа вот этого кавера, так называемого. Оно все уходит, пылесосится. Подсветки здесь такие. Багажник есть на крыше. Лет прошло, оно уже потресканное. Пленка вот эта именно под дерево. А ржавчина есть вот такая. Вот. По нему. И это рамная машина, народ. Рамная машина. Сейчас покажу вам ее. Заднее стекло тоже опускается, поднимается. Бампер такой усиленный. Таких машин уже не встретишь на дорогах Америки. Очень редко. Получается, как в Tesla S. Сиденья, тут могут дети сидеть. А там столик для детей. Это, наверное, оно слаживается как-то 100%. Да, получается, оно вот так слаживается.
И ты можешь что-то сюда еще ложить, перевозить. Очень большая машина, очень большая. Шепчет. А, техосмотр она прошла в 2021 году до 11 месяца. Получается, сейчас у нее техосмотр просрочен. Никто на ней, походу, больше не ездит. Не ездил. Шикарный вариант. Что, народ, кому интересно, за 3 штуки отдадим вам. Фордовский. Мотор шепчет, все работает, стартует, заводится. За 3 штуки без торгов забирать. Красавчик. А резина, что у нее с резиной? Ну, такая, что ездить будет. Вот это тоже были, помню, популярные когда-то, а сейчас вообще не популярны. Даже дверь уже не открывается. Довольно чистый, на нем практически, походу, никто не ездил, и пробега здесь должно быть очень мало на нем, даже руль не затертый, ключ есть. Нет, он не стартует. Монтера Спорт. Драфт. Короче, на вот этих машинах можно даже таскать лодки, прицепы, дома на колесах. Потому что, еще раз говорю, она рамная. Ух ты, как ее заносит, прикольно. Так, что тут еще есть? Ягуары, ягуары, Порши. Мини. Каена. В общем, народ, а печка как здесь работает? Здесь прям жарко уже. Я поехал дальше, короче, работать. Если кому надо машину, звоните, пишите. За 3 штуки вам отдадим ее. Машина реальный антиквариат. Таких больше машин нету. Кому надо в коллекцию, дайте знать. По ходовке, по мотору, по трансмиссии никаких проблем с ней нету. Вообще. Поедем, в общем, чуть-чуть покатаемся, я покажу вам, как она ездит, как она разворачивается, как ее заносит, послушна она на гравейке или нет.
крутая, мне кажется, машина. Надо брать, реально. Все, всем пока.